последнее время слишком часто в Рязани стали гореть машины. Но теперь поджоги должны прекратиться. Дело в том, что сотрудники полиции поймали некого молодого человека, который, по его же словам, подпалил целых 5 автомобилей. А машину-то зачем поджигал? Ну что, железо там разное снять с него, там металл, вот это все. Проводку медную, может, запчасти какие. А много машин поджег? 5. А где? 4 в песочной и 1 на солнечной. Ну а ты что снимал? Нет, я ждал, пока шумиха уляжется вокруг них. Ага. Чтобы потом в грязный момент приехать, пока их, если не сдадут, и отправить их куда нужно. То есть в Чермет хотел? Ну да. Но у тебя так и не получилось? Нет. Кстати, те 5 отечественных автомобилей, которые поджег паренек, были настоящими гнилушками. Вопрос, а кто же удосужился спалить остальные приличные иномарки? А их ни много ни мало больше 10. Может, как это модно показывать в триллерах, у молодого пиромана Паши есть подражатели? Голливуд, да и только. А ты даже не знаешь, чьи машины? Нет. А вот вообще, как ты их выбирал? Да просто, автохлам стоит ржавый, со стеклами побитыми, там двери открыты. А, ну то есть ты думал, что они никому не достанутся? Ну да. Ничьи? Ну да. Понятно. И так оказалось на самом деле. Угу. Проводились оперативные мероприятия по поиску лица, совершившего данные деяния. Угу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен гражданин, который совершил данные деяния. Хорошо, хоть никто не пострадал. Но с чем же борются народные мстители? С неправильной парковкой, хорошими машинами? Этого мы знать не можем. Но как от собственного, так и от общественных предположений открещиваться рано. Как говорится, там разберутся.